Шесть колоколов, подобранных по основным тонам для храма Великомученицы Варвары, изготовлены на Воронежском заводе. С их помощью на колокольне храма можно будет производить все положенные церковным уставом звоны. Они есть праздничные, они есть будничные, они есть даже такого самого, что не есть высокого праздничного назначения, скажем, Пасха. Вот на Пасху мы этот звон слышим целый Божий день. То есть он возвещает нам радость. Пасхальный колокол возвещает радость. Христос воскрес. Люди, придите, возрадуйтесь этому событию. Владыка Лазарь в сослужении духовенства Севастопольского церковного округа совершил молебен с чином освящения колоколов. Благословляется и освящается компаны сие, окропление воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. С праздником! Праздник! Колокола являются одной из необходимых принадлежностей православного храма. Их звон созывает верующих для общей молитвы, выражает торжество церкви и ее богослужения. Есть определенные часы, когда они говорят, что брось, христианин, все оставь, иди же, потому что тебя Господь зовет, чтобы ты перекрестил свое тело и поклонился самому дорогому, что есть, образу его. А наипаче все нужно оставить, когда зовут нас к святой божественной литургии. Здесь совершается великое таинство в наших святых храмах. Освящение колоколов для храма Великомученицы Варвары было совершено в день памяти священномученика Климента Римского, ставшего преемником святого апостола Андрея Первозванного в миссионерском служении на Крымской земле. За успешную проповедь римский епископ был сослан в инкерманские каменоломни. В ходе работ в скалах образовались пещеры. Одну из них святой Климент расширил и обустроил в ней церковь. Первый храм инкерманского мужского монастыря, действующего и сегодня. Это действительно Божий компан, который зазвучал в первом веке христианства, и его звучание доходит до сегодняшнего дня. Новые колокола впервые зазвучат в день престольного праздника храма Великомученицы Варвары 17 декабря. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.